Здравствуйте! С вами снова Светлана. Сегодня я хочу посвятить свое видео хомячим запасам. Так как я занимаюсь изготовлением изделий из бисера, у меня есть хомячие запасы. И такими запасами является бисер, ручка, проволока различных цветов, бусины, стеклярус разных цветов, проволока, стержни, флор-лента и спиннер. Спиннер – это большой или маленький, но очень важный помощник. Итак, очень люблю бисер, очень люблю рубку, потому что они воплощают все мои идеи. Итак, у меня есть лимонно-желтый цвет. Очень красивый, очень приятный, бледно-сиреневый цвет. Тоже. Все, что хотите, можно придумать. В одном цветке, семицветике могут быть различные цвета. Они идут плавно, перетекая один в другой. Дальше светлый уже сиреневый. Вот это бледно, это светло. Его можно миксовать. Очень даже симпатично получается. Дальше. Также бисер, но с прозрачным отверстием. Также уже посочнее цвет, тоже с прозрачным отверстием. Это бисер-хамелеончик, как я его называю. Темно-зеленый, травяной цвет. Это молодой травки цвет. Розовый. Такой прям приятный-приятный-приятный. Бордовый. Белый. Жемчужного цвета. Бисер крупный. Василькового цвета. Гранатовый. Это тоже с прозрачным отверстием, но он такой хамелеон какой-то, но красивый. Рубка. А, не сказала о красном бисере, черном бисере. Очень все красивое, сочное. Даже если оно и бледноватый цвет, но можно его в цветке, в дереве, в любом изделии сделать перетекающее плавное. Дальше рубка. Ну, а руки в следующем видео.